Господи Вортин, наконец-таки мы доделали костюм Венома. Костюм Венома-то мы доделали, но нам нужна инъекция, а для нее нужен уран. Инъекция? Какая инъекция? Почему ты не сказал раньше? Не знаю, почему я не сказал раньше. Так, Скретч, короче, иди добудь мне уран, пожалуйста. В смысле иди добудь? А чё сам не добудешь? Мне лень, я не хочу, иди ты добудь. Так, ну у нас там есть эта радиоактивная зона с месторождением урана, но мне страшно туда идти, может всё-таки ты? Не-не-не-не, ты пойдешь. Да-да-да, тебе нужно туда. Так, ну ладно, у нас в принципе есть антирадиоактивный костюм, правда мы его что-то неправильно постирали, он немного усел, надеюсь он не потерял свои функции. Вот он, антирадиоактивный костюм, панцирь, тут эти штаны, поножи, это что такое, шлем, антирадиоактивный скафандр. Во, как тебе? Ну видишь, на тебя налез, значит тебе нужно туда идти. Да ладно, уже пойду, чё уж делать. Короче, нужно уран добыть для того, чтобы завершить инъекцию вот этого вот венома, и будет вообще четко. Так, ну ты тут подождешь или что? Да, сомнений? Я буду тебя тут ждать. Ну ладно, короче, вот. Радиоактивная зона, господи, на самом деле немного стремновато туда идти. Не знаю, что меня здесь ждет, и надеюсь, мой костюм функционирует идеально. Давайте добудем с вами уран. Так, добываем уран. Все, добыли. Нет, какая-то дырка в костюме. Что-то какая-то фигня. Я выжил. Ой, господи, какая-то фигня началась. Что-то меня это подкручивает. Ой, что произошло? Да вы серьезно, я в кота превратился? О, господи, чертова радиация. Так, ладно, переделаем уран, пожалуй, в ураниум. Ой, ребят, да это не к добру, это не к добру. Ну ладно, в принципе, какая разница? Есть Ворти, он, думаю, мне поможет. Ворти, это я, привет. Кошак, пошел отсюда, пошел. Да в смысле, это я? У меня аллергия на котов, уйди отсюда, пошел. Да в смысле, я Скретч, я за ураном ходил. Да я не виноват, что эта радиация на меня так работает. Так, ладно, больно. Так, ладно, надо ему показать, что я это я. На, мясо. О, мясо и стейк, нифига себе, коты разве стейки дают? Ладно, довольно-таки странно. Да, ну ты посмотри, я необычный кот, как минимум по моим глазам. Это глаза, как у меня. Ну на еще стейков, это я. Ладно, спасибо тебе за еду, кот, но ладно, я тогда тебе тоже должен что-то дать. На, наверное, молоко попей, что ли. Молочко. Я, конечно, не знаю, что едят коты, но на немножечко свеклы. Да, ну да, коты именно свеклу, конечно, едят. Так, ладно, пора отправляться домой, в принципе. Кот, а ты чё ко мне домой-то зашел? Да, ладно, придется пока... надо ему дать уран. Я за ураном подожди, он меня домашний. Так, ну теперь ты понял, что вообще... кому я объясняю? Конечно же, он ничего не понял. Так, ладно, надо бы это... Кот, спасибо за уран, Скретч как раз-таки за ним ходил. Ну так, я и есть Скретч. Так, я не понимаю, а где Скретч, кстати? Ну действительно, где же он? По глазам можно было хотя бы определить. Так, ладно, Скретча я что-то не вижу. Надеюсь, он вернется. Кот, ты что меня бьешь, слышишь, кот? Так, ладно, надо пора делать таблички для того, чтобы показать ему, что я это я. В принципе, у нас все для этого есть, как минимум дерево, дом и верстак. Сделаем табличку, скажем, что я это я, все дела, что мне можно доверять. А, может, я знаю, как ему показать еще. Вот, антирадиоактивный костюм. Кот, откуда у тебя антирадиоактивный костюм, с которым был Скретч? Подождите, а нету одной части радиоактивного костюма? Не понял. Кот, ты что, рядом с радиоактивной зоной нашел? Скретч что, умер? Да нет, блин, господи, ты это глупый Ворти. Так, ладно, пора сделать табличку для того, чтобы сказать, что... Хотя, знаете, все-таки карты сначала раскрывать не будем, я кот, скажу. Кот, ты что там делаешь? А, в смысле, ты поставил табличку? Я ладно. Кот, и я умный. Напишем так, чтобы он понимал. Я кот, и я умный. Кот, ты умный? Ну, да. Молодец, кот. Умный кот, оказывается. Ладно, и что ты умеешь? Давайте ему скажем, что я умею все. Че тут у нас скользкие полы такие, блин, качусь куда-то. Ты умеешь все? Ладно, хорошо. Давай ты, например, сходишь мне за сеном. Вон там как раз есть сено у нас. Ты серьезно? Кота эксплуатировать, чтобы сено добывать? Понимаю, ладно. Так, сейчас напишем. А еще я могу помочь тебе пройти Майнкрафт. Немного не так написал, но я думаю, он поймет. Майнкрафт, а еще я могу помочь тебе пройти. Ладно, хорошо. И как же ты мне можешь его помочь пройти? Ты мне можешь давать задания. Оба. Ты мне можешь давать задания. Ладно, хорошо. Ну, ты мне за сеном-то сходишь, кот? Нет вообще? Да схожу. Что мне делать? Куда подеваться-то? Так, ладно. А здесь ничего ж не выросло. Так, хотя какая разница? Было задание, я ему принесу эти семечки все. Я думаю, он не обидится. А потом мы пройдем Майнкрафт, и вот он удивится, когда узнает, что я это я. Так, житель, не хватит сажать тут это. Так, ладно, я думаю, ему этого количества хватит. Ворти. Так, здрасте, я принес. Так, ну это же не сено, это же семечки, кот. Ну, там не было сена. Так, ладно, давайте ему скажем. Там не было
сена. Там не было сена? Так а куда оно могло пропасть? Я только что выходил и видел там сено. Кот, ты сейчас серьезно? Да оно ж не выросло, глупый Морти. Так, ладно. Так, о, кстати. Ну раз уран у тебя, доделывай инъекцию. Так, ну раз уран у тебя, доделывай инъекцию. Так, стоп, кот, подожди, я не понял. Откуда ты знаешь вообще про инъекцию? Так, блин, я чуть не спалился, что я это я. Так, ладно, я же умный кот. Да, готово. Я же умный кот. Ну, я уже понял, что ты умный. У тебя даже глаза какие-то разноцветные. Почему? Ну, действительно. Так. Давайте, тебе мои глаза ничего не напоминают. Готово. Тебе мои глаза ничего не напоминают? Ну, у Скретча вроде такие же глаза были. Да! Так подожди, ты его кот, что ли? Да, я его кот. Да, я его кот. А хозяин-то твой где? Он где-то потерялся, походу? Да, походу, потерялся. Ладно, неважно. Так, ну, надеюсь, еще какие-нибудь задания будут, а тут сидеть с табличками дома как-то я уже устал. Да, это, да, так, давайте ему скажем, давай мне задание. Давай мне задание. Ну так, смотри, кот, короче, я хотел сейчас отправиться в шахту за ресурсами. Вот, ты, короче, пойдешь со мной, понял? А, ну хорошо, ладно, давайте пойдем с тобой. Так, и, ну, так, ну ладно, пошли. Пошли, так, ладно, нам нужно взять кирку и можно отправляться. Ну ладно, кот, я только что взял кирку, пошли, наверное, в шахту отправляться уже. Ну пошли в шахту, так уж и быть, буду помогать тебе. Я здесь, можешь не оборачивать. Ну, хотя. О, а вот и шахта, о, как отлично, раз таки. Здесь шахта как раз таки есть. Первым делом, я же все-таки умный кот, я сделаю факела. Во! Кот, ты что, светишься, что ли? Да, у меня это факел. Ой, ладно, неважно. Короче, надо спросить, а зачем тебе в шахту? Ой, подожди, кот, я, кажется, твою табличку сломал. Да ё-моё, я зря печатал! Зачем тебе в шахту? Зачем тебе в шахту? Мне, ну, за ресурсами, а зачем еще можно идти в шахту? Да, в смысле, за какими? Ладно, понимаю, так. О, можем сделать так. Скажи, что принести, и я принесу. Так, и надо его ударить, чтобы он увидел. Давай. Кот, зачем ты меня бьешь? А, так, подожди, ты поставил еще одну табличку. Скажи, что принести, и я принесу. Ну, смотри, кот, мне бы алмазную броню было бы неплохо, и алмазный меч тоже было бы хорошо. Нифига себе, он зажрался. Так, могу только алмазную кирку. Во! У меня все-таки она есть просто. Могу только алмазную кирку. Ну, смотри, короче, у тебя же есть алмазная кирка, ты можешь сходить за ресурсами. Тогда давай железную броню и железный топор. Ну и железный щит, получается, тоже можно. Так, железную броню. Так, ну на железную броню. В смысле, что, кот, ты уже добыл железную... А почему она наполовину сломана? Ладно, довольно-таки странно. Ну неважно, почему она сломана. Какая? Тебя не должна это волновать. Так, какое следующее задание? Какое следующее задание? Ну смотри, у меня не полный железный сет. Мне нужен железный шлем и, получается, железный топор с щитом вместе. Железный щит, топор. Короче, вообще заданий понавыдавал. Ужас какой-то. Ладно, пойду добывать железо. А он, наверное, домой уже пошел. Ну, понятно, вот так вот, вот котов эксплуатируют, блин. Ну, погнали искать шахту. Так, в принципе, для железного топора нужно 3 кусочка железа. 1 кусочек, получается, для щита. И получается 5 кусочков для шлема. То есть осталось всего 3 кусочка железа добыть. И все будет чики-пуки. Так, а вообще, почему шахты такие пустые? Блин, где все-то, ё-моё? Ладно, неважно. Нужно еще 3 кусочка железа, и этого хватит. Потом это все переплавим. Дома, в принципе, есть печки. И главное потом домой вернуться. Я надеюсь, с этим проблем не возникнет. Ну, а вообще, самая главная моя цель, это помочь Ворти пройти Майнкрафт. Так, у меня даже верстака нет. Ладно, пора выбираться. По этим шахтам бегать просто невыносимо. Но я все-таки кот, я не должен по шахтам вообще бегать. Вообще, что за задание мне понапридумывал? Ужас какой-то. Так, ладно. А уголь? Я уголь забыл добыть. Так, Ворти дома нету. Интересно, а где он? Ладно, пока он не видит меня, можно, в принципе, сгонять за углем. И все будет нормально. Так, ну я думаю, 2 кусочка хватит. И еще немножечко деревца нужно для щита. Видимо, он уже готовится к схватке дракона. Ну, так как я супер кот, я ему обязательно в этом помогу. Так, ладно, добудем немножечко, получается, деревесинки. Так, дерево добыто. Ой, грядки, чуть не потоптался. А, вот он, Ворти. Что-то в шлеме в этом суперском, каком-то радиоактивном. Так, ладно, кидаем, значит, железо на переплавочку. Так, что там еще нужно? Щит сделать. О, кот, здорово. А ты уже что, дома, что ли, получается, да? Ну, типа того, да. Ладно, кот, я тут уже без тебя немножечко железа себе добыл, сделал себе железный топор. Да в смысле? Я... А, кот, ты что меня бьешь? Железо я тоже добыл. Оно плавится. Железо я тоже добыл. Оно плавится. Так, давай посмотрим, сколько там железа добыл. Ну, что-то маловато, кот. Маловато железа немножко добыл. Да в смысле маловато? Ты сам сказал на шлем, на щит и на топор. Маловато.
ему. Понимаю, понимаю, ладно. Давайте ему сделаем... Ой, табличку случайно одну прокекал. Давайте ему для начала сделаем щит. Так, на, щит тебе, щит, на. О, кот, ты мне сделал щит, спасибо тебе огромное. Ну, хоть щит сделал. Полезный кот, ладно, хорошо. Так, заплати мне. Заплати мне. Ну, смотри, на яблоко. Спасибо, Ворти, спасибо. Так, ладно, надо таблички свои пособирать, а то писать нечем. Вообще, книгу и перо надо делать. Так, ладно, а потом мы ему расскажем, что я, это я, и будет вообще шикарно. Шлем ему еще надо, шлем. Да у него же есть антирадиоактивный, хотя он такой. Ладно, на шлем. Железный шлем. Так, ладно, ну смотри, у меня есть антирадиоактивный скафандр, и он будет, наверное, получше, чем этот железный шлем. Я так что тебя... на, лучше забери себе. Забери лучше себе. Понимаю, понимаю, ладно. Ну, и вот это тоже можешь забрать, кстати, вот на, возьми. Ну ладно, в принципе, я могу в этом ходить для того, чтобы быть хоть немножечко защищенным. Так, ладно, Ворти, надо бы это, что-нибудь поделать с тобой. Ну смотри, кот, у тебя есть, короче, ведро, ты только что выпил молоко. Сходи еще себе молока добудь, а. Кстати, надо бы Ворти скинуть будет уран, потом выпить, а надо сейчас его за это, забайтить, забайтить. Так, скажем ему, пошли со мной. Пошли со мной. Обычно на такие таблички я говорю, что нет, но ладно, пошли. О, тебе я супер. Доверяю. Пошли, пошли, пошли. Так, за мной, за мной, за мной, за мной. Так, вот корова, в принципе, смотрите, что мы делаем. Мы берем молоко, набираем, выкидываем уран и быстрее пьем, пьем. Ее, я выжил. Так, все, я избавился от урана и от радиации, и все дела. С тобой все нормально, Ворти, тебе этот шлем не идет. Так, кот, на, лови уран. А! Нет, 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 никаких уранов, он же меня сейчас отравит. Куда он убежал? Какой странный кот. Да, действительно, странный кот, в него кидаются ураном, кот убегает, странный кот, действительно. Так, господи, я и не замечал, что у нас деревня такая странная. Я уже полностью готов к убийству дракона. Так, Ворти, перед тем, как... Ах, ты же меня не слышишь, господи. Да, о, надо спросить у него, может это, у тебя есть книга и перо? Господи, какие скользкие полы. У тебя есть книга и перо? Интересно, зачем коту книга и перо? Ладно, хорошо, сейчас посмотрю на втором этаже, может быть и есть. Так, ладно, смотрим на втором этаже. О, отлично, она здесь есть, нужно спускаться вниз к этому коту. Не знаю, зачем они ему, конечно, книга и перо, это довольно странно. На, кот, короче, я нашел для тебя книгу и перо. Стоп, а подождите, зачем тебе железная броня, если тут есть костюм Венома, а у тебя есть инъекция? На, читай, глупый Ворти. Так, мне кот скидывает книгу и перо, давайте посмотрим, там, видимо, что-то написано. А зачем тебе железная броня, если тут есть костюм Венома, а у тебя есть инъекция? А, точно, у меня же есть костюм Венома и есть инъекция. Я, кажется, понял. Ну, кот, ты все равно красавчик, добыл мне железную броню. Молодец, ну, можешь ее теперь забрать, в принципе. Спасибо, спасибо, ладно, штанишки отсюда возьмем, пожалуй. Так, ну ладно, и это, антирадиационный шлем. И как жалко, что на коте это не видно, но пусть надевает костюм. Ладно, о, господи, что с ним, что с ним? Какой-то розовый Веном получился. Так, отлично, я приоделся, осталось только вколоть в себя инъекцию. Давайте попробуем, опа! Хорошо, инъекцию вколол, о, чувствую себя сильнее. О, кот, смотри, что могу. Опа, нифига себе, ты это, ты нормальный, Борти. Так, ладно, что, а книга моя, ладно, надо ему сказать, отдай книгу и перо. Отдай книгу и перо. Ну, кот, тебе, в принципе, на табличках довольно хорошо пишется, но ладно, на, возьми. На табличках, я тебе сейчас, блин, на табличках, на табличке твое лицо отпечатаю, понял? Так, ладно. Так, стираем это все. Так, ладно, а какое следующее задание? Так, ладно, надо ему отдать. Иди сюда, Ворти Веном. Так, ладно, а какое следующее задание? Ну, смотри, кот, у соседа есть секретные технологии, и их нужно украсть. Ты понял? Украсть секретные технологии у соседа? Ты серьезно? Что? Книгу мне отдай, господи, Ворти. Так, кот, что ты дерешься? А, подождите, у меня же, кажется, книга в руках. Ладно, видимо, он хочет, чтобы я ее ему отдал. Да, я ему ее отдавай, давай. Так, я не хочу грабить соседа. Я не хочу грабить соседа. Меня как будто какие-то... инопланетные технологии тянут туда. Так, на, свою книгу читай. Так, ну посмотрим. Я не хочу грабить соседа. А тебя никто не спрашивал, иди грабь. Понимаю, серьезно, что ли? Ну, придется, походу, реально грабить соседа. Так, ну, в принципе, тут через дырдочку можно пройти. Здравствуйте, здравствуйте. Ай, господи, на меня житель напал! Ты чё, житель, прогоняешь меня? Да какого фига? Он, видимо, защищает те самые секретные технологии. А где Ворти, блин, пропал? Капец какой-то. Уи, уи, уи.
А, развлекается с новым костюмом Венома. Надо ему сказать, на меня напал сосед. О, кот, здорово. На украл? Меня напал сосед, да ничего я не украл, на. Так, ладно, что ты мне написал, на меня напал сосед. Ну, сосед, конечно, офигел, получается. Но меня это не волнует, иди играй в соседа. Кот, понял? Да понял, блин, ладно, надо как-нибудь тогда осторожненько. О, кот, паркур. Мне кажется, что секретные технологии должны быть где-то наверху. Через окошко прибираемся, так-так-так, паутина здесь, надеюсь, сосед меня не видел. Посмотрим, здесь у нас, здесь была железная броня, серьезно. А здесь у нас тессеракт, а также железные мечи. Я, короче, все принесу Ворти, чтобы он офигел просто, что я нашел. Так, и нужно выходить. Так, осторожненько спускаемся. Ой-ой-ой, сосед заприметил меня. Что-то я не через ту дырку пошел. Так, ладно, оп, сваливаем. Где там этот Ворти? Ворти. Здорово, ну, на вообще все, что я добыл. Вот это. Воу, кот, можно полегче, пожалуйста, я не успеваю. Смотри, что ты там мне принес. Воу, ну жесткий кот. Ладно, что у нас здесь полезного есть? Торбутс. Ну и самое главное, я добыл тессеракт. Ну как добыл? Украл? Ну неважно, на, читай. Так, что ж ты мне там написал, кот? Ну и самое главное, я добыл тессеракт. Нифига себе, кот, ты крутой. Кот, ты понимаешь, теперь мы можем отправиться в Эндермир. Да понимаю, так, ладно. Ну я котик, у меня лап... О, точно, я котик, у меня лапки. Не знаю зачем, но я просто это напишу, чтобы он знал. Так, я котик, у меня лапки. Ладно, это я знаю, спасибо тебе, кот, но это меня не волнует, нам в Энд пора уже. Да, ладно, погнали в Эндермир, в принципе, почему бы и нет. Так, и у нас здесь есть портальный девайс, я помню, я его создавал еще в обличии человека. Сюда нужно вот это вставить, так. Зачем он подошел к портальному девайсу? Он, кажется, что-то знает. Ну, конечно, знаю, только set destination. Значит, измерение первое, на какие-нибудь вот такие координаты, вот сюда open portal, и теперь нажимаем open portal. Офигеть, вот это эффекты, только портал сверху, наверное, будет. Ё-моё, вон он. О, портал открылся, отлично. Да. Надо теперь до туда как-то добраться. Подождите, а что он сверху? Как туда попасть-то вообще? Ладно, я кот непривередливый, у меня есть... А, господи, меня куда-то, блин, зафигачило. Я кот непривередливый, я, в принципе, могу подняться и по блокам, только они скользкие какие-то, у меня, видимо, когти все сточились. Так, простраиваемся, осталось совсем чуть-чуть, ты идешь в Ворти вообще? О, так, и нужно запрыгнуть. Эх, господи, одно сердечко осталось. О, Ворти, здравствуйте. Кот, ты сегодня красавчик, на, поешь сырого мяса. Так, нужно вообще кристалл там сломать, все дела, ты ж это понимаешь? Что? У Венома хвост или это? Что это? Господи, ладно, неважно. Нужно ждать, пока дракон спустится. О, нифига себе, вот это могет Веном, могет. Кто еще кому помогает, мне интересно? Не понял, что-то кристалл сломать не могу. Сейчас попробуем. Опа, дотянуться не могу. Так, ну ладно, сейчас он разрушит все кристаллы, а ей дракону вот так тыщ. Так, подожди, кота, я не понял, а чё ты не работаешь? Иди тоже кристалл ломай. Нет, я строиться не умею. Так, надо ему сказать. Я не умею строить. Я убивать дракона буду. Так, ладно, я не умею строить, я убивать дракона буду. В смысле? Так, не-не-не, кот, ты говорил, что я могу дать тебе любое задание. А, ладно, давай тебя я все-таки прикрою от этого эндермена, а то он, мне кажется, тебя сейчас убьет. Ну что, все, кот, я разрушил все кристаллы, показывай, на что ты способен. Нифига себе, воу-воу-воу, с трех ударов почти всего дракона убил. Да, сейчас дракон спустится, я его расфигачу, я же говорил, что я крутой. Ой. Извините. Так, Ворти, дракон опять спустился. Блин, а почему у него опять полный хп? Какого вообще фига? Так, ладно, надо его отфигачить. И мне кажется... Кот, давай я тебе помогу. Я тебе помогу, кот, давай. А, он меня откинул. Почти прям в портал. Блин, просто мне кажется, прошлый дракон залетел в портал. И там это... Он просто влетит в этот портал. О, все, он приземлился. Кот, где ты? Давай, гаси его уже. Да я далеко, блин. Так, надо ему сказать, чтобы он закрыл дырку. Так, ладно. И пам. Так, дракон спустился. И добиваем. Да, я убил дракона. Где Ворти? Он что, в обычном мире был? Понимаю. Я убил дракона, Ворти. Так, все, погнали. О, дракон умер. Нифига себе, ну красиво. И в принципе, пора отправляться в обычный мир. И там меня будет ждать. О, все, я сразу с... это... Ворти! Кот, а ты где? О, Скретч, здорово! А ты куда пропадал вообще? Я в кота превратился из-за твоей радиоактивной зоны. Сыворотку мне сделай, сыворотку. Кажется, я понял. А я-то думал, что у кота глаза похожи на твои. Да, понимаю. Ну, я, короче, это котом был. Я сегодня помогал тебе. Ну, ты сегодня был очень сильным. Ты убил дракона, красавчик. Спасибо тебе за помощь. Да, а за это ты мне должен отдать костюм Венома, который мы делали. Нет, оставлю его себе. Не понял. Так, это, Скретч, ты оружие-то убери. Я все
все-таки сильнее тебя. Ты сильнее меня, смотри, что я с зомби делаю. Я его убиваю с 4 ударов. А я тебя с одного. Ну, понимаю, ладно, я потом сделаю себе костюм Венома покруче, и все будет зашибись. И ладно, ребят, я думаю, на этом можно закончить этот безумно крутой выпуск. Если он вам понравился, то обязательно влепите лайк, ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Все ссылочки в описании. Ну, а с вами были Ворти и Скрэч. Всем удачи и всем пока-пока. Пока-пока.